Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. И сегодня у меня видеообзор на парфюмерную тему. Будет открытие аромата шедевра всех времен и народов. Это Баккара Руж. Сейчас мы его откроем. И хочу показать вам локацию, где я нахожусь. Но получился вид не такой красивый, как мне хотелось бы, потому что засвечивает сильно солнце. Я хотела сесть... Сейчас я вам покажу место. Такое красивое. Это у нас Харьков Палас в городе Харькове. И я хотела бы сидеть вот здесь. На фоне вот таком. Мне очень нравится. Красиво. Но так как сильно светит солнце в глаза, поэтому просто вам покажу эту красоту. И буду сидеть... Тенечки. Видите, тут такая тень у меня. Я взяла даже стул с собой, чтобы вам снимать. И несла его через... Ну, тут близко, правда, я живу. Буквально минут 10 я прошлась со стульчиком и с сумкой в руках. Так, надеюсь, меня нормально слышно, потому что я еще к тому же забыла наушники. Ну, видно хорошо. Вроде качество видео отличное. Надеюсь, что вы меня услышите. Буду ближе к камере. И сейчас первым делом я открываю аккуратно. Ножнички взяла с собой даже. Немного АСМР видео релакс. И на всякий случай я из пленки вынимать не буду, чтобы еще раз, может быть, засниму еще раз открытие этого аромата шедеврального. Здесь есть такая ленточка. С помощью которой мы можем потянуть за коробочку и вытянуть этот ларчик. И вот он, шедевр парфюмерии Баккара Руж. И я на фоне него. Вот такой красавчик. Сейчас я вам скажу, 18-й год. 18-й год, это пишется здесь цифра год в самом начале, 18. Сфокусируется у вас или нет. Давайте я вот так сделаю. Ну, не знаю. Ну, здесь такой же код на заднем. И сейчас я его попробую. Так, коробка. Сейчас я попробую этот парфюм. Вы знаете, что на обратной стороне этого флакона изображена люстра, потому что дом Баккара – это хрустальный дом. И к 250-летию, в 2015 году, этот дом пригласил Фрэнсиса Куркиджана, известного парфюмера, чтобы он сотворил запах хрусталя, причем не простого, а именно красного, потому что переводится руж, красный, красный хрусталь, и при добавлении золота, при плавлении хрусталя, а он плавится при 540 градусов, поэтому отсюда и название Баккара Руж 540. Хрусталь плавится при 540 градусов, и тогда в него добавляют золото, и поэтому хрусталь становится красным. Из флакона пока ничем не пахнет, потому что не было ни одного нажатия. Крышка очень тяжеленькая, внутри серая гравировка, серая пластмассовая и гравировка Куркиджана. Так, сейчас я первый раз с вами нажму. О,
что я чувствую? Пока ничего. И это Eau de Parfum. Есть еще также версия Extract de Parfum. Это уже ближе к духам. И красный бордовый флакон. Пока я ничего не слышу. Вот почему-то на моих старых поначалу тоже то же самое было. Ну вот мои предыдущие флакончики, вы видите, что они почти пустые. Вот тут на дне буквально осталась капелюшка. И вот мои, и тут одинаково примерно осталось по капельке. Видите? По капельке. И вот мой еще один флакон на 200 миллилитров. Вот такая уже коллекция. Но 200 миллилитров я покупала в остатке, и там было буквально меньше половины даже. Я всеми ими пользовалась. Я уже жить без него не могу. Кто бы что ни говорил про медицину. Кстати, тема медицины. Но снимать я так вам не буду видео. Так, и с кем его только не сравнивают. Бакару Руж и пытались и подделать, и сделать клоны. Я знаю, что у Херме есть похожий аромат. Eau de Merveuse, Херме, вот в таком круглом флакончике. А также похожий аромат Burberry. Тоже Фрэнсис Куркджан автор. В розовом такая водичка розовая в прозрачном флаконе, их сравнивают. Ну, не знаю, по-моему, ни с чем никто не сравнится. А также от Монталь похожий аромат, но вообще не похож. Essential Instinct, вот он. У меня 50 миллилитров, я делала обзорчик на него, посмотрите на моем канале. И вот сейчас начинается уже раскрытие. Просто в помещении все это лучше слышно, потому что... Ну, ветра нет, соответственно, аромат как-то слышен. Вот. А когда ветер разгуливается, может, шлейф от него и слышен. Но близко к коже он не сидит. Он именно шлейфовый, классный аромат. Он самый лучший, best of the best. И мне даже нравится, что многие блогеры не поняли его, скептически отнеслись, как бы они не хотели с ним подружиться. У них это не получается, меня это даже радует в какой-то степени. Это точно моя тема, и я у многих ассоциируюсь уже с этим ароматом. Они, заходя в помещение, слышат, что я уже там, узнают. Вот этот аромат распространяется, например, в музыкальной школе меня узнавали уже, что я там нахожусь, там дочку жду. Потом также слышен он в автомобиле, если пшикнуться. Остается он на несколько дней. Говорят, что я сидела в этом автомобиле, вышла, и после меня этот аромат, и спрашивают, что это за аромат. О, кстати, сейчас солнце зашло за тучки. Может быть, мы перебазируемся с вами быстренько. Как это сделать? Ладно, оставлю эти флаконы здесь. Ну, я думаю, что может и ненадолго зашло за тучки. Солнце. И вот так очень даже хорошо, не слепит солнце и вообще отлично. Вот посмотрите, какая просто локация, где я сижу. И вы увидите, что я была права. Вот какая красота. Может, мне пока так сесть? Сейчас попробую. Угу. И половина видео будет снята вот так, зато красиво. Вау, вау. Вот это красота. Так, ну, лицо немножко так, не так, как я хотела бы. Так, сейчас я еще один пшик нанесу. Так, в зону декольте. О, какой яркий аромат. Боже мой, ну он просто заполняет все вокруг. Очень комплиментарный, самый комплиментарный. Все говорят, что как шикарно ты пахнешь, боже мой, ну не могут надышаться, это просто нечто, ну он ни с чем не сравнится, никто его никогда не сможет подделать. И пусть он многим не нравится, пусть они не могут с ним ужиться, пусть он им пахнет бинтами и йодом вместе взятыми. Кстати, что входит в состав?
Давайте я буду вот так держать. В составе шафран. Он дает медицинские ноты и делает как будто его горячим, потому что это именно имитация плавящегося хрусталя. И такая метафора, что он как будто горит, а с другой стороны хрусталь, он чистый, прозрачный. И здесь нет ванили. Вот этот шафран, он дает и медицинские ноты, и эффект плавления, такой горячести. Также, я, наверное, лучше поставлю. Также в состав входит амбра, серая амбра, по-моему. Вот, также смолы и цветы жасмина и что еще? Забыла. Ну, что-то хвойное. Но ничего сладкого в нем нет. И как вы думаете, что там есть клубничка или сахарная вата, у некоторых ассоциируется. Клубничная сахарная вата розовая или земляника. Нет, так мне не нравится, как я получаюсь. Сейчас передвину. Это такая у меня подставочка. Ладно. Ну, извините, как могла, так и снимала, называется. Зато я это делаю, во что бы то ни стало. Вот, и вот такой состав. Смолы, амбра, цветы жасмина, шафран. Очень простой состав, но повторить его никто не может. Я думаю, что здесь есть что-то молекулярное, потому что он очень молекулярный. Он как молекулы, вот эти вот гезешона. То он слышен, то его не слышно. Но он просто откладывается на подсознательном уровне. Он настолько тонкий, даже немного островатый такой. И холодный, и теплый одновременно. Ну, невозможно его не любить. Ну, для меня это сказка. Я с ним никогда не расстанусь. Это мой воздух, я даже скажу. Я без него дышать не могу. Всегда хочу, чтобы он был со мной, был на мне, ассоциировался со мной. И в дальнейшем я бы хотела сотрудничать с Фрэнсисом Куркиджаном, с домом Бакара, с этой маркой, чтобы они мне предоставляли в пользование этот аромат. И так, охрана уже смотрит. Охрана отмена. Вот. Так что всем привет. Такое короткое видео у меня было. Может, немного сумбурное, но хотела сделать при вас открытие и рассказать об этом ароматике. Попробуйте всем. О, боже мой, тут я сейчас сижу. Это нечто. Это он даже немного такой, он пахнет. Даже металлом немного, вот таким холодным каким-то, чем-то и холодным, и теплым одновременно, и флакон, очень красивый флакон, он просто соответствует содержимому. И вот посмотрите, какой он прозрачный, какой он красивый, какие ровные грани, а вот здесь вот так вот выгравировано, и трубочка, обратите внимание, в бок идет. Это такой шедевр, боже мой. На века. Любовь на всю жизнь. Отвечаю. Так, хорошо. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я вам всем рада. Наконец-то я вернулась. И ждите на моем канале скоро сенсационное видео, новый контент. Меняю контент. Классно будет. Давайте, ребята, девчоночки.